режешь. Доброе утро, господа, дамы, красавцы, братцы и все там прочие, кто следит за командой «Успешный успех». У нас уже через, сейчас, секунду, через 30 минут тренировочные проезды. Их немного, их всего лишь там 2-3 машины готовы к бою. Команда «Успешный успех» совместно с Грихой готовы к бою. Ну и, как обычно, мы вместе и вместе с вами движемся к успеху. Так, у нас сегодня 2 тренировочных попытки, мы их уже сделали. Сейчас я выложу заездник, а вы оцените. За что замочили Тивадара? Я не видел его проезд. Я не видел его проезд, но я думаю, что справедливо. По-любому суть. Желательно сломаем. Да, когда Миллер правил, да? Когда Галя правил, Гончинский. Он как раз сделал легализацию. Тусовочка на крыше. Мы говорим про легализацию. Легализация? Короче, получается, тема нечестная. Вообще, RDSGP вот нечестный, потому что выступает мастер спорта по дрифту. Международного класса. Нет, он просто мастер спорта. Украины, мастер спорта из Беларуси, и у нас здесь ни одного даже разрядника нет, это нечестно. Приехали профессионалы бороться, вот унижать вот таких малышей. Нет, ну у Никиты второй юношеский. Второй юношеский размер. Не разряд, а размер. Ну что, друзья, всем привет. Давненько что-то я ничего не запиливал. Прошли мы квалу. На втором автомобиле нашем, на запасном, он пока его технические... Ну что, ребятки, команда «Успешный успех» проходит успешно квалификацию. Сейчас попозже узнаем, какое место. Едем мы первой парой с Абрамом в сборе. Короче, турик песня против BMW. BMW. Гусев подъезжает у первого Тачингоу. Небольшая заминка на перекладке, а все потому, что Абрамов-то уже никуда не едет. И есть подозрение, что BMW E46 по прозвищу Шмель чувствует себя не лучшим образом. Ребятки, мы прошли в топ-16, так что поздравляем Гриху с первой победой сегодня. Завтра врываемся в топ-16, попадаем на Федю Сдержится, надеюсь, он починится, и у нас не будет Байрана, а будет битва. Так что успешный успех идет к успеху. Посмотрим, как там пойдет с дрифтом.